Дознавателем отдела дознания МВД России по Одинцовскому городскому округу окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении гражданки США. 45-летняя неработающая женщина обвиняется в причинении вреда здоровью и угрозе убийства в отношении своего сожителя. Предварительно установлено, что противоправные действия были совершены 11 ноября минувшего года в квартире одного из домов на Можайском шоссе в городе Одинцово. Находясь в нетрезвом состоянии, Сара Рэйчел Кривонек в ходе ссоры бросилась с кухонным ножом на своего приятеля, высказывая угрозы убийством. Чтобы доказать свои намерения, она ударила его ножом в лицо, причинив резаную рану носа. Мужчине пришлось обратиться за помощью к медикам и в полицию. 13 ноября 2021 года в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 Уголовного кодекса Российской Федерации, о чем своевременно было направлено уведомление в посольство США в России. Подозреваемой была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Спустя несколько дней ей также было предъявлено обвинение в умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. До суда обвиняемая не имела права покидать страну. Однако утром 15 декабря полицейские получили оперативную информацию о том, что она прошла регистрацию на рейс Москва-Вашингтон в аэропорту Шереметьево. Сотрудники уголовного розыска успели задержать иностранку, предотвратив ее попытку скрыться от правосудия. В связи с тем, что женщина нарушила условия избранной ей меры пресечения, Одинцовским городским судом было принято решение о заключении ее под стражу. О задержании и избрании новой меры пресечения посольство США в России было также официально уведомлено. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. После утверждения прокурором обвинительного заключения оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.